завершились первенство России, всероссийские соревнования по спортивной радиопеленгации. В составе сборной Московской области были воспитанники Одинцовской спортшколы. Для ребят это первый весенний старт. В категории М19 Ефим Карпачев занял второе место на диапазоне 144 МГц в личном зачете. Ефим Карпачев и Максим Козлов завоевали третье место в командном зачете на диапазоне 144 МГц. В категории G14 Алена Белоусова заняла два первых места на диапазоне 3,5 МГц и в дисциплине спринт, а также третье место на диапазоне 144 МГц в командном зачете.